い、やります、はい。Greek grandfather was Swedish. We're in the right chair, yeah. Everybody's in yes. the right chair. Yeah. Okay. Thanksgiving and all that people have. But I don't want, yeah. Don't want to sit. I'm hanging on for this session. Phone is on silent. Good afternoon, everybody. Thank you for joining our panel here. We are talking about governance challenges in the digital age, finding new tools for policymaking. I want to thank the room for coming. I know it's just after lunch, so we might be a little bit slower, but we thank you for joining in any case. I want to start by thanking the organizers, Ben Wallace and Marie Paz Canales from the MAG, who brought this all together. Мы сегодня занимаемся вопросами управления. Ну, инструменты для политики. Вы, наверное, слышали, что господин Хохшильд должен был модератором нашей встречи, но, к сожалению, его отозвали, поэтому я буду ведущим. Меня зовут Дэвид Келли. Я представляю здесь Организацию Объединенных Наций. И я отвечаю за технологические консультации. И я думаю, это довольно хорошо подходит к нашей тематике. Сначала хотел бы начать с того, что наши подходы к новым технологиям должны быть новыми, как в начале 2020 года, когда речь шла об атомной энергии, о космосе, где было развитие, которое исходило от государства. Сейчас, например, биотехнология, искусственный интеллект, блокчейн и так далее, они, скажем, развиваются иными структурами. Как уже сказал генеральный секретарь вчера, что требуется от 3 до 5 лет до сертификации и ратификации каких-либо соглашений. И мы, конечно, не будем успевать за развитиями, которые будут иметь место в 21-м столетии. Поэтому мы сейчас здесь встретились, чтобы говорить о новых мультидисциплинарных подходах, как можно определять политику. В первой части мы хотели посмотреть, как этот мультидисциплинарный процесс функционирует, а затем будут наши прекрасные коллеги представлять свои примеры. Во второй части мы будем говорить о примерах, которые работают и те, которые не работают. Хотел бы сначала
предоставить наших прекрасных представителей здесь. Молли Леша, вы работаете в АЭСР, занимаетесь там, являетесь там Senior Policy Advisor, работаете в области цифровой политики. Это значит, что ваша работа сама по себе является такой мультидисциплинарной, но также ваша карьера очень интересна. Вы занимались уже целым рядом вопросов. Затем следует Софи Паррисон. Она является информационным директором в Международной торговой палате и является директором ECC Basis. Это программа Международной торговой палаты. Вот, тоже работает в разных направлениях. И вы видите уже здесь, что лица, которые представлены здесь на подиуме, они представляют различные сферы деятельности. Есть юристы, которые располагают опытом в области дипломатии, медицины и менеджмента. Затем следует Шитал Кумар от Global Partners Digital. Она отвечает за развитие потенциала и также отвечает за сотрудничество с гражданским обществом. Затем следует с левой стороны Яна Мустафа Мишутик. Представляет Демократическую Республику Конго. Вы отвечаете также за вопросы молодежи, за равноправие полов. Сафари был когда-то технологическим экспертом в провинции Северная Кибу. Затем в качестве следующего мы выслушаем несколько вступительных слов, затем зададим несколько вопросов и потом откроем соответствующую дискуссию. В ходе первого раунда я хотел бы сначала спросить Молли, как выглядят мультидисциплинарные политические процессы, как они выглядят. Может быть, вы немножко расскажете нам об этом с точки зрения АЭСР. Вы сказали, что вы нам покажете еще и несколько слайдов в ходе вашего выступления. Большое спасибо. Я очень рада быть сегодня здесь с вами, с тем, чтобы представить возможности цифрового мира и их использования. Это непросто. И все стейкхолдеры действительно должны собраться вместе с тем, чтобы определить, оформить цифровое будущее, которое будет служить всем. И мы знаем, какими большими являются эти вызовы для того, чтобы цифровая трансформация изменила и улучшила жизнь всех людей. У ESR у нас есть проект Going Digital. Этот проект мы организовали, провели с более чем 20 различными организационными структурами. У нас было очень много участников, и мы хотели этот переходный процесс положительно оформить. Речь идет о рамочных правилах. Затем мы раздали такой соответствующий сопровождающий материал по различным инструментам. Речь идет об улучшенном доступе, о вопросах последствия использования этих технологий, затем инновация, связанная с данными и информацией. Четвертое – это достойный труд для всех, хорошие условия труда. Пятое – это социальное благополучие. Шестое – это доверительные меры или повышающие доверие. И седьмое – это доверие в рынке и цифровую среду. Каждое из этих измерений объединяет в себе различные сферы политики, которые должны быть все координированы. И этот подход четко показывает, что нам необходимы все семь элементов для того, чтобы эти цифровые изменения были успешными. Это значит, что мы следует инвестировать в инфраструктуру, в различные службы, но это ни к чему не приведет, если у людей не будет доверия использовать этот инструмент. Если человека нет компетентности использования цифровых технологий, тогда и польза будет маленькая. И эти измерения показывают, как все эти элементы, как они тесно друг с другом связаны. Также это и показывает, что здесь возникают также и некоторые целевые конфликты между целями политики и другими целями. Это все вы можете найти в этой книге,
которая находится на столе. Если вы хотите ее почитать, то, пожалуйста, берите ее с собой и читайте. У многих государств есть стратегия по цифровому, в области цифровой экономики, но очень малых количества государств есть соответствующее поддействие или есть такие процессы, которые, скажем, являются над... где тут четко определили цели, где есть взаимосвязь между стратегией и другими национальными и международными целями, как, например, с целями устойчивого развития. Речь идет также и о бюджете. Для осуществления такой деятельности требуется эвалуация и контроль. Мы знаем, что это должно быть сделано на различных правительственных уровнях, в межведомственном порядке. И мы знаем, что это трудно для всех участников, но то, что мы установили, это то, что существующие структуры и сама структура правительства определяется культурой каждого государства. Но цифровые технологии могут улучшить процесс сами по себе. Есть некоторые эксперименты, например, в области консультаций, где использовали социальные средства массовой информации с тем, чтобы получить непосредственную обратную связь от населения по запланированным законопроектам. Это означает, что это можно делать не только на политическом уровне, но и в ходе политической работы в комплексе. Там затем же вы видите соответствующий линк к нашему набору инструментов и проект предоставляет правительствам инструменты, с помощью которых они могут лучше оформить свой этот процесс. Мы очень рады, что у нас будет теперь международная конкуренция. Если вы возьмете свой смартфон и вызовете этот адрес, тогда у вас тоже будет возможность дать нам встречную информацию. Некоторые рекомендации, которые у нас есть, они представлены в виде наилучшие практики, есть рекомендации по искусственному интеллекту, есть первые, так сказать, стандарты по данной тематике, которые существуют, и целый ряд других инструментов, например, рекомендации по защите детей в интернете, по защите частной среды, частной сферы. И работаем мы в данное время над принципами для лучшего доступа к данным. Все эти инструменты находятся в этих 7 измерениях, и все это вы можете найти в интернете. Пожалуйста, информируйтесь, прочитайте наш материал с тем, чтобы и мы будем еще дальше развивать данный инструментарий для вашей работы. Большое спасибо. У меня есть один короткий вопрос. Вы говорили о принципах искусственного интеллекта. Это, конечно, очень большой успех вашей организации. Вам удалось сделать, что еще никто не сделал. Значит, и это тоже вошло и в заявление большой группы 20. Были ли какие-либо целевые конфликты, определенные в области искусственного интеллекта? Да, у нас было очень много дискуссий со стороны всех участвующих сторон, было много аргументаций, что является вообще искусственным интеллектом, что это такое, с чем его едят и как это его используют. Но в конце концов принципы, которые мы заработали, находятся на довольно высоком уровне в общих чертах. Это привело к тому, что существовало именно такое согласие. Ну, конечно, дело заложено в деталях. И некоторые из моих коллег, которые находятся здесь в публике, которые работали над практическими рекомендациями для реализации, они сталкиваются с этим. В данное время мы обсуждаем данную работу в веб-комитете. И в конце концов наш конечный продукт в феврале будет загружен на нашем сайте, и он будет более детализированным. Конечно, невозможно что-нибудь развить, что функционировало бы для каждого государства. Все это должно быть немножко еще быть адаптировано к отдельным государствам. Да, очень впечатлило на нас, показало большое впечатление на нас ваше выступление. Может быть, Софья, вы тоже представите свою информацию, которую вы хотели нам представить. Большое спасибо.
Хотел бы сначала поблагодарить организацию, организаторов за то. Меня зовут Софи Перезен, я работаю на Международную торговую палату. Мы представляем 35 миллионов во всем мире, в 100 государствах. У нас 90 национальных комитетов. Нам в этом году исполнилось 100 лет, я надеюсь, что это незаметно. Мы работаем над рекомендациями для политики в области определения стандартов и работаем на таком, в рамках такого мультидисциплинарном подходе с различными заинтересованными сторонами. С начала работы IGF я была очень впечатлена о том, сколько я знаю о этих 3,6 миллиардах и о 3,9 миллиардах людей, которые подключены к интернету. И нам надо закрыть этот разрыв. И здесь требуется сотрудничество между частной экономикой, между правительством и технологической промышленностью, чтобы справиться с этим вызовом. И на этом фоне я хотел бы говорить о нашем видении, да, в отношении этого мультистейкхолдерского подхода. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество осуществлялось во всем цифровой, во всей системе цифрового ИКТ и на всех уровнях, начиная с локального до глобального. Это ведет к тому, что у нас будет возможность учиться друг от друга. Мы должны быть гибкими, развивать пригодные к адаптации политики, где принимают все участие. На практике это обозначает, что мы должны постоянно серьезно работать над том, чтобы реализовать наши цели, чтобы интегрировать нашу систему и контролировать политические и регуляторские решения, а также и проверять политические решения в сфере ИКТ. И вообще все решения, которые принимаются в этой сфере, таким образом у нас есть три буквы И – интегрировать, реализовать и улучшать. На английском это все начинается с буквы И. Мы открываем традиционный политический процесс, тем чтобы включить все в процесс решения. Это можно проводить с помощью консультации, с помощью так называемых outreach-программ, различными методами, потому что мы считаем, что здесь мы можем получить очень ценные добавляющие взносы от всех сторон, которых это касается. Сюда входят организации, которые представляют интересы потребителей, но также и производителей. Это обозначает, что мы должны работать на региональном, на международном уровне, должны работать с различными организациями, но не дублировать нашу работу. Мы должны также и осуществлять интеграцию, поэтому мы подготовили соответствующий слайд, который очень нагляден, потому что здесь существуют так называемые положительные круги или положительный круг, в отличие от дьявольского круга, он был развит именно Международной торговой палатой для цифровой экономики. Здесь речь шла об общем всеобъемлющем подходе для определения политики. Начинается все это с инфраструктуры, затем идет через пользование и пользователей, идет дальше. Это вся экосистема и показывает, насколько основополагающей является работа в рамках ИКТ с тем, чтобы придавать соответствующую информацию всем пользователям. Это несколькослойный такой круг, где отображаются и различные вопросы, экономические, политические, технические, культурные и управленческие вопросы. И все вот эти интересы могут вести или может вести к соответствующим целевым конфликтам. И для этого требуется опыт и мнение всех участников. Это значит опыт со стороны всех участников. Только лишь в этом случае можно найти эффективное решение. Затем есть крайний круг, он относится к участникам. А затем есть также еще цели устойчивого развития, которые все это объединяют. И вот эти уровни функционируют только лишь в том случае, если есть взаимосвязь между содержанием на уровне самом и между уровнями. Я хотел бы представить информацию о публикации, которую мы издали уже несколько лет тому назад. Это так называемый Policy Statement по устойчивому экономическому развитию нашей торгово-промышленной палаты.
Если вы это еще не прочитали, тогда прочитайте, пожалуйста. И последнее, и улучшение, improving. Прекрасно, конечно, иметь рамочный такой материал, но, но несмотря на это, требуется еще постоянная проверка, эвалуация, следует контролировать и проверять процессы, которые здесь осуществляются. И это только лишь возможно в тех случаях, когда сюда внесут все стороны свою лепту, если будет возможность высказаться всем сторонам. Наши выводы вы уже знаете. Нету подхода, который функционировал бы для всех одинаково. Есть различные вызовы, различные требования во всем, во всех сторонах мира. И для этого требуется именно адаптация вот таких действий. Пожалуйста, запомните эту диаграмму, когда мы будем говорить об этом. Но хотела бы еще сказать о инициативе, которой выработал наш генеральный секретарь, высказал в понедельник, с тем, чтобы технология служила всем. Making Technology Work for All – это инициатива нашей палаты, и мы хотели здесь реализовать такой мультисторонний подход. Речь идет с тем, что мы сотрудничали с партнерами, чтобы доступ ко всем технологиям был возможен на всех уровнях, правильно, на уровне инфраструктуры, при реализации и при использовании возможностей. Мы хотели бы сотрудничать и с политиками, и часто я удивляюсь, насколько мало знаний у политиков в отношении работы с СМИ. Речь идет также и о создании стимулов для инвестиций, да, совместные действия в области подключаемости или подключенности в области ИКТ. И есть еще один путь, который мы хотим, по которому мы хотим пойти. Мы хотели бы мобилизовать нашу сеть, которая является наша палата, а именно 35 предприятий и примерно 12 тысяч торгово-промышленных палат, которые являются членами нашей палаты. И есть еще одна тема, которая находится наверху нашей агенды, нашей повестки дня. Это изменение климата. Незадолго до Генеральной Ассамблеи ООН мы мобилизовали наши торгово-промышленные палаты по данному вопросу. И мы надеемся, что нам удастся еще мобилизовать более 200 торгово-промышленных палат, которые мобилизовали для этих целей до сих пор. Большое спасибо. Большое спасибо. И так поздравляем вам со столетием вашей палаты. Вы говорили об этих трех И. Я хотел бы добавить еще четвертое И, а именно intersection, значит, сведение или перекрещивание. Как вы думаете, важно работать внутри этих процессов или более важным является взаимосвязь этих трех процессов, где требуется такой мультидисциплинарный подход? Я думаю, он необходим во всех сферах. Если у нас не будет такого мультидисциплинарного подхода, тогда это может вести к тому, что у нас будут некоторые искажения, и мы некоторые моменты должны с самого начала правильно решать, с самого начала задавать правильные вопросы, пользоваться правильными инструментами и также нести ответственность. Диаграмму, к сожалению, сейчас больше не видно. Она является, скажем, такой полезной системой, но всегда вы, конечно, и должны задавать вопросы контекстуального порядка с различных точек зрения, и мы должны очень конструктивно заниматься поиском наших решений с тем, чтобы эти решения также и были найдены совместно. Госпожа Шитао, вы представляете здесь Global Partner Digital. Большое спасибо, Дэвид. Прекрасно приезжать на такой форум IGF. Я думаю, здесь есть хорошее понимание по, что какую ценность представляет себе мультидисциплинарный подход. Это нам очень понимает, что все помогает, что все понимают, что такой подход важен. И поэтому мы все здесь и принимаем участие в этих сессиях, в этих встречах. Благодарю вас за приглашение. Наша организация Global Partners Digital является
организация, которая поддерживает подход многостороннего участия. Мы определили рамки и работаем с различными стейкхолдерами по вопросам интернет-политики. Пользуемся здесь опытом, который был приобретен в этой сфере и в других сферах. С нашей точки зрения здесь существует три важных аспекта, которые следует учесть. Во-первых, правильно определить размер, затем определение процессов и также отдельные проекты, которые мы здесь разрабатываем. Мы, значит, должны работать открыто и инклюзивно, доступно. Затем требуется подход, который опирается на консенсусе. Ну, вот я мой вопрос обращаюсь коротко, прежде чем обратиться к вызовам. Что является, касается открытости и доступности? Что это обозначает? Это обозначает, что соответствующие стороны вовремя могли предоставить свою информацию, свой input. И поэтому здесь мы себе должны задать себе вопрос, могут ли все стороны со всеми своими способностями внести свой вклад, или есть там какие-либо преграды, может быть, финансовые, географические или языковые барьеры. Мы должны следить за тем, чтобы эти барьеры были устранены, с тем, чтобы этот процесс был доступен. Затем инклюзивность, чтобы у каждого была возможность внести свой взгляд. Учитываются ли различные мнения, оповещается ли о том, что внесли соответствующие стороны, принимаются ли решения на основании хорошей информации или нет, и так далее. И затем есть еще очень важный пункт. Это прозрачность и ответственность, отчет, подотчетность. Транспарентность, прозрачность является очень важным для процесса, с тем, чтобы они функционировали. И важным фактором является и также четкая ясность интересов, чтобы мы работали эффективно, чтобы была соответствующая отчетность, которая также подтверждается соответствующими документами. Много из того, о чем мы слышали, это то, что мы, это связано с нашими действиями. Как мы находим именно важные группы, которые, скажем, должны принимать участие в такой работе? Это группы, которые имеют четкие интересы, четкие экспертизы в этой сфере. И мы не хотим здесь никаких рестриктивных мер. В частности, в гражданском области есть ситуации, где некоторые из этих гражданских групп просто расфасовываются по отдельным ящичкам и не привлекаются к такой работе. Можно здесь использовать максимум спектра для вопросов определения и политических решений, различных решений различных вызовов, создания каких-либо сообществ, исследований и так далее. Есть так много различных сфер, которые мы должны все учитывать и привлекать к нашей работе. Что касается вызовов, я думаю, что касается вызовов при реализации мультидисциплинарного подхода, все зависит от контекста и от тематики. Если взять вопрос кибербезопасности, тогда у нас часто возникает впечатление, что речь идет о системе безопасности, и поэтому только лишь небольшое число должно заниматься этим вопросом. Но кибербезопасность является нашей общей ответственностью для всех нас. И поэтому все эти процессы должны быть открыты. Затем есть такое представление, что мультидисциплинарный или мультистейкхолдер процесс является дорогим, ресурсоинтенсивным и слишком долгим. Что, если посмотреть на долгосрочном разрезе, если все с самого начала будут принимать в этом участие, тогда это не будет длиться столь долго, потому что вы получите помощь со стороны всех тех, которых вы привлекли к этой работе. И с самого начала вы используете весь спектр знаний. Затем есть часто и проблема доверия, потому что некоторые участники не доверяют друг другу, и поэтому вопрос прозрачности и транспарентности является очень важным. Что следует сделать, чтобы могла быть здесь оказана долгосрочная подрезка? Здесь должна быть четкое признание всех сторон, которые принимают в этом участие. Они не только лишь должны говорить, что они хотят только лишь посидеть, отработать некоторые критерии. Нет, они должны быть убеждены в том, что такой подход многостороннего участия заинтересованных сторон, что он является очень важным. Это должно быть ясно и во всех структурах, в том числе и в министерствах и так далее, чтобы
Еще очень важным пунктом является то, чтобы вы постоянно, так сказать, работали в таких группах. Все эти стейкхолдеры должны принимать участие в ходе всего процесса с начала до конца. Потому что если здесь будет такая пестрая, так сказать, непостоянное участие, то мы не будем работать эффективно. Все это взаимосвязано. И затем есть еще и пункт «Открытые процессы для открытого диалога». Больше транспарентности приводит к доверию. Доверие ведет к лучшему сотрудничеству. В конце концов, у вас получается лучший результат. Большое спасибо. Thank you, Chantal. You talked about transparency. Спасибо, Chantal. Вы говорили о прозрачности, о чем-то основном, но то, что стоит для меня в центре внимания, это как обеспечить, чтобы внутри самих процессов обеспечить прозрачность, и вне этого также обеспечить это. В 21 веке прозрачность – это центральный вопрос. Как это обеспечить? Да, это ключевой вопрос. Мне кажется, есть разные возможности для этого. Некоторые я уже перечислила для того, чтобы предоставить прозрачность. С самого начала надо быть однозначным о том, почему что-то делаешь, почему соответствующие стороны должны быть подключены к этому, о чем будем говорить, и чтобы эта информация была бы свободно доступной. Это все важные элементы, и тем самым можно создавать доверие. Есть много инструментов, которые возможно использовать для этого, чтобы все получили бы информацию необходимую, чтобы внести ценный вклад в это дело. И чтобы следить за этим, и, конечно, и реализацию политики тоже обеспечить. Да, нету больше... Значит, есть достаточно возможностей и платформы, чтобы получить информацию необходимую. Значит, нету больше никаких обоснований, чтобы не представлять информацию. Большие, вы единственный политик, у вас нету подготовленной речи, у вас только ваш шарм. Убагас Сафари меня зовут. Из Демократической Республики Конго. Я даже не планировал участвовать на этом подиуме, но все-таки я рад буду здесь выступать, даже если у меня нет подготовленной речи. Аджила Макадай уже говорил здесь, поэтому это единственный шанс, один раз в жизни появляется, и поэтому хочу это использовать, шанс. Значит, принятие политических решений в цифровой среде, то кое-что изменилось. Раньше было так, что выглядело раньше, как будто политики занимаются политикой, а все остальные ждали просто, что там, чего там будет. А теперь все изменилось в цифровой эре. Интернет. Это вещь, которая не принадлежит просто правительствам. Нет, это в первую очередь принадлежит людям. И поэтому, если хотите заниматься политикой в сфере интернета, тогда вы должны сначала послушать мнение всех стейкхолдеров. А это не просто все правительства, все страны, а это все человечество. Человечество, которое состоит из разных группировок, групп, интересов, и которые имеют разные точки зрения. И до того, как я сюда пришел, я пообедал, потом пошел в туалет. Там я увидел, на двери был такой рисунок, и я думал, эй, тот, который нарисовал, там этот рисунок, что это такое? Это нормальный человек или что? Как можно такой испортить так красивую белую такую дверь? И тем самым я понял, что я не так молодым, как я раньше, или как я себя, может быть,
когда-нибудь чувствуюсь. Потому что раньше я граффити, может быть, рассматривала даже как искусство, а сегодня считаю, что это безобразие какое-то. Значит, поэтому возраст, конечно, это важный фактор. Молодые люди думают по-другому, чем постарелые. Некоторые из вас, может быть, думаете, что я молодой, но я все-таки достаточно серьезного возраста. Когда упала Берлинская стена, я уже был на этом белом свете. Значит, я не был в Берлине, но все-таки ходил в школу, и я смотрел на все это по телевидению. Хорошо, значит, межотраслевая политика, это означает включить все группы в эти процессы принятия политических решений, все группы, которые участвуют в интернете, граждане, гражданское общество, организации, которые хотят защищать права человека в интернете. То, что интересует людей, что интернет может сделать полезного для людей, как можно достигнуть больше демократии, больше свобод, как интернет, каким образом интернет может остаться свободным. Кроме того, есть промышленность, есть компании, которым нужен интернет, потому что интернет может внести вклад в разработку инноваций, в создание новых платформ, которые были бы важными для интернет-торговли. Все это вносит вклад в интернет. И есть необходимо, чтобы участвовали бы и те, которые не считают, что интернет должен быть приоритетом. В моей стране, в Конго, есть другие приоритеты. Мир, например, потому что у нас была длительная война. Когда я возвращаюсь домой и стараюсь убедить парламент, что необходимо говорить об управлении интернетом, тогда они скажут мне, у нас мирный процесс, процесс восстановления мира, а ты здесь хочешь говорить об интернете. На самом деле, все-таки этих людей будет касаться такая политика управления интернетом, хотя они считают, что это не сегодня приоритет. И поэтому эти люди, это группировки общества в этих странах также играют важную роль, даже если для них интернет не является приоритетом, потому что это их также касается. И этот момент придет когда-нибудь, без сомнений. И как можно обеспечить, чтобы и интересы тех, которые пока даже не родились, чтобы их интересы тоже были бы учтены? Или Южный Судан, Джибути и другие, то есть представители беженцев, скажем, чтобы их интересы тоже были бы учтены? Комитет защиты беженцев ООН, и что они думают о блокчейне, о искусственном интеллекте и так далее, потому что эти темы касаются также и жизни этих групп, и поэтому стоит и их голос выслушать, и поэтому да, хочу именно вот понять этот вопрос. Как получить и вклад тех, которые здесь не представлены? Спасибо, Сафари. Мы все время здесь говорим о межотраслевом подходе. Вы говорили о молодежи. Я знаю, что все-таки вы достаточно молодой человек. От Гума до Канджазы 3 часа, надо лететь. Многие парламентарии, депутаты должны летать сюда-туда, лететь, чтобы заниматься политикой. Как вам удастся учитывать и интересы молодежи в политической жизни, скажем, по таким вопросам, как искусственный интеллект или другие вопросы? После выборов в нашей стране мы увидели когда-нибудь, что мы слишком удаленными
являемся от наших избирателей, хотя они нас избрали, выбрали, но все-таки они слишком мало знают о нашей деятельности. Да, это частично связано на самом деле и с географической удаленностью. Да, 3 часа от одного города до другого на самолете уже, но нет такого фидбэка, обратной связи. Но интернет — хорошая вещь. По интернету можно обмениваться информацией, можно предоставить информацию людям не только для тех, которые имеют WhatsApp. WhatsApp тоже хороший способ, чтобы в режиме реального времени обмениваться. Но в предвыборной кампании было очень интересно было увидеть. Я ехал в такие регионы, где гражданская война еще является очень реальной, так сказать, памяти. Но люди говорили, что мы по Фейсбуку имеем связи, имеем доступ к Фейсбуку, и я был очень удивлен. И поэтому и Фейсбук является таким инструментом, который в состоянии нам помочь укреплять демократию и на деревне и в сельской местности, например, можно решать вопросы, касающиеся транспорта, инфраструктуры таким образом. Но это только в конкретном случае, так сказать, функционирует. Особенно важным является обеспечить, чтобы весь парламент использовал бы эти инструменты, чтобы поддержать связи с избирателями, потому что после 5 лет, это наш мандат, бывает, что люди думают, нет, это не демократия у нас, но я могу сказать, что на самом деле у нас есть демократия. 5 лет это действие одного мандата. И после следующих выборов, как правило, 80% всех депутатов не снова выбираются, и поэтому это все-таки демократия. Люди, значит, видят, исполняют ли депутаты свои задачи или нет. Я думаю, что если мы свяжем все это с интернетом, то получим более живую демократию. Да, это хороший пример, что интернет может сделать в пользу демократии. Спасибо. Сейчас мы откроем дискуссию для публики, для аудитории. Да, 3 вопроса можно да, взять, так сказать. Начнем с левой стороны, пожалуйста. Скажите коротко, кого представляете? Дэмиан Хабини от Лондонской школы экономики. Меня пригласило великобританское правительство, но я говорю как частное лицо. И я хочу предложить следующее. Сейчас начинается новая эра, что касается многостороннего подхода. И многие, которые считали, что бизнес, может быть, будет руководствовать этим процессом, или же что этот процесс будет ограничен узким кругом стейкхолдеров, это все больше не действительно. Предложение Савария, что каждое лицо является стейкхолдером, это, в общем-то, там много истины в этом предложении. Что изменилось? Такие явления, как фейк-ньюс, ложная информация, это все изменило радикально ситуацию. Для этого нужна новая политика, новая подотчетность, как вести себя вот, по отношению к фейк-ньюс. И потом еще вопрос социальной безопасности, социальных вопросов.
Значит, это не касается только внутригосударственных вопросов, но и вмешательство других государств, внутригосударственные процессы. И это все требует более всеобъемлющие решения, которые обсуждают на национальном уровне. Но, может быть, это означает, что как-то новая форма многостороннего подхода необходима. Если да, то как можно эти новые политические решения на самом деле реализовать, потому что речь идет о вмешательстве в информационную свободу, предоставление информации и так далее, и выражение собственного мнения. Хорошо, еще два вопроса, пожалуйста, и потом начнем отвечать. Стив Хокни от NetChoice. Я хочу узнать, думали ли вы об измеряемости? Как оценить, как измерить, насколько что-то изменилось? Сафари, например, сможет вернуться в Конго, и какой-то процесс межотраслевой под руководством молодежи может вести, употреблять разные эти тулы, эти инструменты. Но откуда мы знаем, что это достаточно, что это на самом деле что-то изменить, что люди будут в состоянии заниматься экономической деятельностью, свободно выражать свое мнение? Как измерить вообще успех таких действий? Спасибо. Значит, есть просьба коротко высыпать. Я Сентовели, также из Демократической Республики Конго. И Сафарив уже сказал о том, какими сложными, комплексными является этот контекст, особенно в нашей стране. Я занимаюсь правами человека и доступа к ИКТ, а сложности в сотрудничестве с депутатами парламента это, как правило, и большие расстояния географические. Например, я в Самгома живу, и для нас очень трудно бывает, значит, наши политические позиции передавать нашим политикам, так как 3 часа надо на самолете лететь до Кинджазы. А интернет, на самом деле, это прекрасная возможность. Вы можете без того, чтобы путешествовать, можете влиять на политический процесс. Еще одна тема заключается в том, что депутаты не все употребляют интернет, но для меня, конечно, важно, чтобы, возможно, было бы посылать им всем электронные письма, имейлом. И в таких временах, цифровых временах, интернет играет центральную роль, и поэтому все должны научить использовать эти технологии. Это особенно касается депутатов. Они должны поддерживать постоянный контакт с населением. Да, спасибо. Это интересные комментарии. Фалерсанти от Мексика. Я также был частью форума по управлению интернетом и других форумов. Два вопроса. Во-первых, я не думаю, что это очень умно говорить о мультистейкхолдеризме. Это звучит как какая-то религия. Это плохо, по-моему. На самом деле, конечно, есть многие области, где такой многосторонний подход был бы целесообразным. Вот что касается выступления дамы из Международной торгово-промышленной палаты, мне кажется, что то, чего не хватает, это механизмы соответствующие, комплексные, которые также сделали бы возможным как бы отказаться от неправильных, ошибочных каких-то решений. И, конечно,
транспарентность, опять же, играет важную роль. Если создавать систему такой управления, систему управления не только интернетом, но именно такого регламента, кодекса поведения для людей, это очень сложно, потому что мы не знаем, как возможно быть эффективными онлайн и офлайн. Мы все знаем это понятие fake news, ложная информация, но в 96-м году у нас такое уже случилось. Это старые процессы, но которые, может быть, еще усиливаются за счет интернета. Хорошо, спасибо, Алехао. Значит, нам осталось еще буквально 10 минут. Значит, 2 минуты для каждого. Значит, новый вид мультистейкхолдерализма, многостейкхолдерализма. Вот измеряемость, тоже был такой вопрос, измеряемость успеха и подотчетность, как можно обеспечить подотчетность депутатов и, в конце концов, прозрачность, как обеспечить прозрачность на всех уровнях. Спасибо, спасибо за все эти вопросы. Начали ли мы, значит, новый этап такой политики многостороннего подхода, я не знаю, а может быть, нам нужны просто новые инструменты. Я уже сказала, что я увидела такие эксперименты, опыты на Фейсбуке, где старались получить сразу же такой input, такие вклады по новым законам, по законопроектам. И этот процесс, значит, шел несколько месяцев. Было все-таки интересно привлекать больше людей таким путем. Я курирую большим цифровым проектом в 36 странах, но у которых, конечно, разные позиции бывают. Я должна была эти все позиции как-то объединить и также учитывать, и это, конечно, сложно. Чем больше, тем сложнее. Но, в конце концов, можно только получить прибыль. Измеряемость — это понятие, термин, который я люблю. Я надеюсь, что вы посмотрите наш ассортимент этих инструментов, так сказать, которые у нас есть. Я надеюсь, что вы это посмотрите, чтобы увидеть, какие есть возможности измерить, так сказать, за счет разных критерий, на каком этапе находятся соответствующие страны. Но, конечно, бывает очень сложно измерить успехи. Мы в рамках ОСР стараемся это сделать с помощью микроданных, например, что касается распространения цифровой технологии. Очень сложно бывает получить такие микроданные. И кроме того, есть и этот план Growing Digital, растущей цифровизации, чтобы обеспечить, что все страны, все органы шли бы в одном направлении. Это самое главное, по-моему, потому что если вы не знаете практически, где вообще находитесь и какие последствия возможны, и тогда невозможно развивать адекватную политику. Спасибо. Это мне очень нравится. Да, новые такие инструменты. Да, если даже я буду повторять то, что Молли сказала, но я могу только сказать, что я знала бы, если это был бы новый этап. Это только исходная позиция, это не какие-то ограничения, то, что мы вам показали. Мы хотели просто показать вам наши рекомендации. Этот список надо перерабатывать. Это не полный какой-то список. Это просто хорошая основа для нашей работы. Но нельзя, чтобы это было бы слишком негибкий, так сказать, подход. Но все-таки бывает все-таки полезным иметь такую диаграмму. И для такого стимула для проведения
встреч с нашими партнерами, и об инклюзии, о подотчетности и так далее, не могла больше ничего рассказать, не было времени для США. Конечно, в рамках Международной торгово-промышленной палаты мы очень серьезно относимся к этим вопросам, иначе напрасно будем работать. Даже касается измеряемости, то есть оценки успеха, это, конечно, важный вопрос. Как возможно совершенствовать свою работу, если нет достаточно данных? Надо все это измерить каким-то образом, иначе, да, это будет бессмысленно. Шита, пожалуйста, мультистейкхолдеризм. Нет, нельзя использовать это понятие, но такой многосторонний межотраслевой подход, открытый, транспарентный, прозрачный, меняется ли он или нет, я не знаю, но комплексные очень темы получаем, а мы должны все-таки соблюдать определенные принципы: открытость, интеграцию, прозрачность. Как это сделать? Конечно, есть и технологические решения, но есть и очень простые решения, которые возможно сделать. Есть простые вопросы, но есть и крупные вопросы. И иногда бывают и технологические подходы, которые необходимы. Кто является ключевым таким стейкхолдером? Каждый, да, это правильно, каждый сегодня является стейкхолдером в интернете, даже если вообще не пользуетесь интернетом, все-таки это касается нас всех. Значит, это как бы как пузель, который надо решать, это проблема такая, как это все объединить, совместить. Как это сделать, это важно, и всегда надо иметь в виду, что это необходимо не упускать из виду эти принципы, о которых я говорила, что касается проверок, измерения. Я сказала, что все стейкхолдеры должны быть включены с самого начала и, конечно, должны участвовать в процессе эвалюации, оценки. Надо работать межотраслевым образом, не только потому, что мы должны отражать позиции, интересы всех, но и потому, что все, которые мы включаем в эти процессы, они сами будут отражать, их интересы будут отражены, их ценности будут отражены в этом. И мы хотели бы как раз, чтобы это было бы так. Я хотела еще что-то сказать по первому пункту, а именно как можно гарантировать то, что мы согласились, о том, о чем мы согласились, действительно будет реализоваться. Я считаю, что вот это осуществление будет действительно происходить от представителей правительства, потому что это их ответственность. Мы пришли к выводу, что люди слишком много надеются на гражданское общество, потому что обычно люди, которые ангажируются, которые как-то действительно активно участвуют в жизни гражданского общества, они действительно хотят конкретного действия. Потом есть предприятия, которые очень заинтересованы в деньгах. Когда идут деньги, они будут, соответственно, работать и заботиться о том, чтобы то, о чем они согласились, воплощалось бы в жизнь. А тут речь идет действительно об ответственности правительств. У них очень много разных приоритетов. А у правительства, в принципе, нет никаких
мотивов. И тут нам нужна мотивация, и нужен человек, который действительно заботится и заинтересован в том, чтобы эти изменения случались. И все. Я уже не помню, как вы расшифровываете ваше смарт, там, по-моему, из английского что-то как измеряемый, достигаемый и так далее. Вы сказали, значит, нам нужна команда и нужен человек, который вот действует по всем этим пунктам. Там, по всем пяти пунктам, которые вы упомянули. Кто-то, кто будет придерживаться временных рамок и будет следить за тем, что все это происходит своевременно. Потому что тогда у нас будет человек, к которому можно будет обратиться, человек, который действительно заботится о том, что что-то происходит. Итак, легитимность, как измерить прогресс, как обеспечить отчетность наших правительств и ответы наших участников, новые инструменты для сложных систем, гибкость игроков и, в конце концов, ответственность и страсть и заинтересованность. Пожалуйста, присоединитесь к аплодисментам для наших участников. Итак, вы остаетесь здесь. Мы переходим к второй части. Я попросил бы поставить нам еще пару стульев. И к нам еще присоединится пару людей. Чем мы заниматься будем теперь? Итак, конкретные примеры тому, как можно успешно реализовать такой многосторонний подход. Пожалуйста, привет, поприветствуйте со мной Кеннета Аду Амфо, Олаф Кольман, Лиса Дае и Зоя Даме. Like that. Okay, thank you all for joining. Спасибо за то, что вы к нам присоединились. Кеннет, вы являетесь главным директором Африканской организации по кибербезопасности. И Кеннет развивал национальную политику кибербезопасности в стране Гана. Он также является экспертом по закрытию сетей, и мне очень интересно послушать, как он это воплощает. Потом Олаф Копен, он является главным технологистом по ОСАК. Он 20 лет работал над политикой интернета и ролью интернета в обществе. Он разработал так называемый DNSSEC. Спасибо за то, что вы к нам присоединились. Лиса Дайер. Лиса является директором партнерства NEI. Она работает в разных областях с разными стейкхолдерами, которые занимаются искусственным интеллектом. Лиса, мы говорили о многосторонней работе, и у нас много разных стейкхолдеров. Она также работала в американских воздушных вооруженных силах. И Зои работает в Facebook. Она раньше работала со мной в ООН, а также в Министерстве правовых вопросов в Америке. Итак, как вы рассматриваете новое развитие по отношению к данным? Вы можете просто взять микрофон, если хотите. Микрофон должен быть включен, по идее.
Да, большое спасибо, Дэвид. И добрый день всем. После всех этих презентаций, докладов в разных группах, я думаю, нам всем стало ясно, что у нас происходит переход, переворот такой в развитии наших политических мер. Мы думаем о том, как мы это делаем и с кем мы эти политики разрабатываем. Интернет принадлежит всем, и поэтому очень важно, чтобы все стейкхолдеры участвовали в этом процессе. Поэтому я очень горжусь тем, что я работаю в области кибербезопасности, а также участвую в национальных форумах по управлению интернетом, в национальных АДЖФ. Могу поэтому привести несколько практических примеров. Мы много говорили о многостороннем подходе с многими стейкхолдерами. Во-первых, нам надо конкретно определить, в чем же состоит политическая проблема, и определить эту проблему на уровне всех стейкхолдеров, всех участников. Если вы думаете о молодежи, например, молодежь должна понять, о чем идет речь. Определить, в чем состоит ключевая компонента этой политики, в чем же состоит проблема. Во-вторых, определить группу стейкхолдеров, группу участников. У нас разные стейкхолдеры, но нам надо создать группу. Каждый из нас, конечно, не может принадлежать к одной группе, которая будет разрабатывать эту политику. Поэтому надо конкретно определить группу с конкретной задачей. Например, у нас гражданское сообщество, общество предпринимателей и так далее. Группа интересов, группа, которая занимается конкретной проблематикой. И поэтому, соответственно, разрабатывать политические меры. Когда мы говорим о важных решающих стейкхолдерах, надо от каждой группы выбрать представителя. Но если у вас проблема заключается, например, в охвате, то почему выбирать кого-то, кто ничего в этом не понимает? Поэтому очень конкретно выбрать целевую группу стейкхолдеров. Потом очень важно выбрать подходящего представителя этой группы. Например, у нас есть группа стейкхолдеров из гражданского общества. Но каждый должен понимать, о чем идет речь. Надо выбирать людей, которые действительно понимают и видят все проблемы, о которых идет речь. Многие из вас знают из собственного опыта, что если у вас нет четко определенной группы интересов, тогда вы не можете выбрать и достойного представителя. Например, вы выбираете кого-то из предпринимателей, он приходит, участвует в принятии решений, потом уходит и ни с кем не коммуницирует. Он является частью, он участвует в концепции, в реализации, в оценке процессов, но потом ни с кем не коммуницирует. И никто не знает, в принципе, что же произошло в его присутствии. То есть в конце дня мы все говорим, да, у нас многосторонний подход, но он не проинформировал никого. То есть человек должен быть компетентный и знающий. Когда вы понимаете, что человек недостаточно осведомлен, тогда вы неправильно выбрали. Что же мы делаем? Во-первых, мы пытаемся создать компетенции. Например, если общество гражданское участвует в разработке этих мер, то мы пытаемся провести воркшопы, как-то их проинформировать. И когда все это прошли, тогда они уже в курсе.
Хотел бы еще раз что-то упомянуть. Мы на этой неделе много говорим о том, что надо выйти из этого силового мышления. Но мы заметили, что именно в этих силах, в этих кластерах, в этих силосах находится экспертиза. Но есть эксперты, которые очень хорошо могут работать, сотрудничать с другими, заниматься нетворкингом, так сказать. Как же определить проблему? Как вы можете определить проблему, если у каждой группы стейкхолдеров собственное определение этой проблемы? Как можно решить такую проблему многосторонне? Я считаю, что одной возможностью может быть путем общих форумов, открытых форумов, проведением консультаций. Самый необразованный человек в сельской местности, вы сами только что говорили, что кто-то в Фейсбуке участвует в деревне, интернет принадлежит всем. Поэтому пригласите всех, проведите форум, проведите открытые консультации. И в конце дня все поймут, о чем идет речь, все придут к заключению. То есть новые инструменты для решения новых проблем. Большое спасибо. Передаю слово Олафу Кокману из АСА. Приведу вам конкретный пример. Я немного удивлен. Я на этой неделе много слышал об управлении искусственным интеллектом и так далее. Сначала интернет вещей был такой большой сенсацией. Я считаю, что безопасность, конечно, очень сложная тема, такая тема, где требуется гармонизация, где речь идет о трансграничных потоках данных и так далее. И мы не знаем, как еще ответить на все эти проблемы на национальном уровне, в национальном праве, что же сделать. Когда я думаю о процессах, которые должны быть эффективными, обычно я думаю о подходе снизу вверх, bottom up. Недавно мы говорили о многосторонней площадке для безопасности интернета вещей. В принципе, в этом мероприятии там уже были учтены все эти квалитеты, о которых вы только что говорили. Это было начато 6 международными организациями из Канады. Это была также организация по обществу интернета, потом Technology Law Clinic, CERA и Canary. Это группа академиков в Канаде. И все эти организации думали над тем, что же мы можем разработать, какие советы мы можем дать промышленности, какие рекомендации мы можем дать другим стейкхолдерам, которые несут ответственность за безопасность интернета вещей. Что мы можем им посоветовать, что мы можем сами сделать с тем, чтобы это стало реальностью. И потом был запущен процесс, процесс открытый и инклюзивный. Мы провели 20 воркшопов, физических таких заседаний по всей Канаде. Канада огромная страна. У нас есть западная, восточная Канада, два языка. В некоторых регионах говорят на английском, в других на французском. Поэтому мы очень осторожно и с большим вниманием организовывали эти все заседания. Всю эту работу следовалось на веб-сайте. Вы можете это найти в интернете, увидите там все документы, все презентации, которые там представлялись и обговаривались. Во-первых, это общество собралось в воркшопе, чтобы
решить вместе, в чем же состоят правила игры, если вы хотите, правила поведения, правила сотрудничества. И были такие вещи, как «нет, но» или «да» и делали соответственные дополнения. Мы вывели несколько уроков из этого, пару рекомендаций с разными стейкхолдерами, с разными ведомствами для потребителей, с некоторыми технологическими компаниями, и провели потом повторительное заседание. Я вижу, что вы упомянули очень хороший пункт, вызов для нас, которые работают многосторонне. Вы только что говорили о подходе снизу вверх и о разных проведении разных заседаний. Как же обеспечить, как же сделать так, чтобы такие сложные процессы с юга на запад на разных уровнях будут в состоянии принимать решения, потому что очень часто у нас бывают идеи, они не всегда достигают верха. Ну, в этом случае соответствующее министерство Канады участвовало в этом процессе. Похожий аналогичный процесс проходил во Франции и в Сенегале, в Голландии проходила работа с открытыми консультациями по теме интернет-вещей. Помимо этого была создана площадка по теме интернет-вещей, где люди могли обмениваться опытом. И, в принципе, то же самое, что и мы здесь делаем. То есть мы собираемся, у каждого есть какая-то идея, мы все нормальные предприниматели. И вот в таком формате мы встречаемся, обмениваемся мнениями, опытом и так далее. То есть вы вовлекаете тех, которые принимают решения, тоже в ваши мероприятия, может быть, это и для нас совет, для IGF, что можно было бы их пригласить сюда. Спасибо, Олаф. Лиса Дайер. Большое спасибо за приглашение. Если вы не знаете, партнерство ИАА является беспрофитной организацией, благотворительной организацией, и мы разделены на бизнес-партнеров и ученых из академии и так далее. Мы работаем в многостороннем процессе, мы собираем партнеров из разных сторон, которые они говорят о темах, которые очень-очень отличаются от друг друга. И когда я об этом говорю, я хотела бы вам напомнить, что ИИ имеет разные технологии, которые, в принципе, находятся еще в исследовании. И там есть также технологии, которых еще нет на рынке, а может даже технологии, которые слишком рано принесли и вывели на рынок. И мы работаем с искусственным интеллектом на совершенно разных этапах развития, и мы пытаемся собрать разных участников. Например, мы говорим об ответственных нормах публикации. Совершенно недавно Билл Гейтс говорил о важности открытых технологий. То есть люди, которые очень беспокоятся о том, что к чему же приведет искусственный интеллект и как опубликовать эту информацию. Мы тоже говорим о СМИ и неправильной информации. И мы работаем с разными участниками, с разными партнерами из промышленности. И я знаю, что в других форматах говорится об этой теме. И мы также работаем над другими темами, которые с политической, с точки зрения, и даже, может быть, чисто эмоционально, очень-очень будоражит народ, потому что подумайте, например, о facial recognition, то есть об узнаваемости черт лица. Как же построить доверие? Как сделать так, чтобы люди скромно собрались и
были бы в состоянии признаться, что они сделали ошибку там или там, и что то-то и то-то надо поправить или улучшить, что нам нужен лучший подход для чего-то, что нам нужны новые ответы. Я говорю о новых подходах, потому что очень много интересной работы уже было проведено по теме искусственный интеллект, будь то в области приложений, или же чисто теоретически, или же по отношению к нашим правительствам. Поэтому я бы желала себе новых подходов, работать больше над реализацией. Очень много у нас есть замечательных докладов, но как же их воплотить всех в жизнь? И тут мы работаем с разными партнерами, у которых замечательные контакты. Мы ведем с ними интереснейшие разговоры также с теми, которые решают политику. Говорим о том, почему это все новое, почему так важно слушать. Спасибо большое вам. Это замечательная действительно инициатива. Я хотел бы спросить следующее. Совместить разных стейкхолдеров с разными мотивациями. Вы говорите, что есть люди, которые выступают за компании, за предприятия, другие за гражданское общество. Я хочу вас спросить, как же вы это делаете? Как вы создаете доверие между этими разными стейкхолдерами? Да, замечательный вопрос. Надо создать правила для наших переговоров. Надо конкретные правила иметь. И мы очень осторожно с этим обходимся, особенно когда мы знаем, что тема очень неоднозначная. И мы пытаемся всегда дальше проводить разговор и не зацикливаться на каких-то проблемках. Очень часто, очень это интересно, между прочим, это все зависит даже от формы зала, в котором мы разговариваем. Например, если вы сидите за круглым столом, каждый видит друг друга. Это совершенно по-другому, если вы сидите, например, за школьными партами в стиле школы, например. Вот такие вот маленькие вещи очень могут иметь большое влияние. И я хотела вас тоже спросить вопрос, между прочим. И вы начали нашу дискуссию с важности времени. Вы говорили о том, что технологии так быстро развиваются, как этого не было никогда. Когда мы собираем наших стейкхолдеров, тогда у них очень много времени. У них есть возможность что-то сказать, разработать дизайн, разработать решение. Как можно совместить вот эту вот скорость инноваций с одной стороны, и необходимостью включить все эти голоса, всех этих людей, которых обязательно надо услышать, и рекомендации которых нам обязательно нужны. Спасибо за ваш вопрос. Вы немножко меняете курс действия, спрашиваете модератора. Да. Я считаю, что одна характеристика, которая очень важна, и которую мы должны перенять у предыдущего поколения, то это скромность. Когда мы думаем о разных соглашениях, то это были дипломаты, которые подписывали, например, соглашение в области атомной энергии и так далее. Они хорошо подготавливались, они очень много думали об этом, и когда они высказывали свое мнение, то у них эти мнения были хорошо проработаны и серьезно. И очень часто мы садимся и разговариваем, не будучи подготовленными, не прочитавши все эти документы. Когда мы видим, что люди скромны, я думаю, тогда мы можем быстрее как-то продвигаться. Но спасибо за ваш вопрос. Спасибо.
Я хотел бы ответить на ваш вопрос. Я себе кое-что записал, но я думаю, возможно, будет это сделать и так. Вы назвали «Золотой век дипломатии». На «Золотой век дипломатии» в то время, во время Bretton Woods, то в то время все были белыми и все были мужчины. И поэтому мы должны изменить вид таких консультаций, потому что и мы изменились, состав наш изменился. Я пришла сюда для того, чтобы сказать об наблюдательном совете в Фейсбуке. Кто из вас слышал о наблюдательном совете Фейсбука? А может быть, кое-что об нем слышал? Но я хотела бы сейчас сказать принципы работы этого наблюдательного совета. У него две функции. Во-первых, что мы должны принимать решения или разъяснять наши решения. Ни я, ни Макс Цукерберг, никто не может переголосовать решение наблюдательного совета. Во-вторых, наблюдательный совет имеет задачу выступать с рекомендацией в наш адрес. Мы говорили о мультистейкхолдерах, и борд выслушивает эти советы. Ему говорят, вы должны здесь изменить свои политические меры или проверить свои политические подходы. И это мероприятие касается миллионов людей. Эти рекомендации публикуют, и мы должны и в открытом порядке реагировать на такие рекомендации. Так работает наш наблюдательный совет. Но о чем я хотела говорить, это тот путь, по которому мы пошли. Это был длинным путем. Это длилось много лет. Здесь я вижу много знакомых лиц из этого консультационного процесса. И когда я эту задачу приняла, тогда мне сказали: Зоя, ты работала в ООН, у тебя много опыта, ты работала в области консалтинга в направлении населения и правительства. Может быть, могла бы ли ты сопровождать наш консультационный процесс? Я сказала шефу, да, я уже занималась опекой таких консультационных процессов. И часто, что делается в рамках международного сообщества, то это следующее, что есть соответствующие переговоры, есть соответствующий документ, который можно изменить, есть политическая воля заявления в помещении, и затем осуществляется консультация. Но часто таким образом, что результат уже заранее известен. Я сказал, если так будет, тогда этим заниматься не будет. Но наши консультации пошли по другому направлению. У нас был проект, у нас была карта. Мы сказали, это проект, это наш план. У нас нет всех ответов. И мы, конечно, много изменений туда внесли. Бетрон, Мари Прунс и Арсен нам дали много инпута, много информации. И то, что сказали все вот эти лица за столом, это было то, что то, что мы сейчас говорим, если оно не будет влиять на политику в Фейсбуке, тогда зачем нам вообще брать или тратить на это время? И зачем тратить на это деньги? Это значит, наблюдательный совет при определенных решениях может переголосовать нас. И таким образом мы и осуществили изменения политики в области или в компании Facebook. Следующим важным пунктом является именно то, что все во всем мире говорили, ну как может такой наблюдательный совет быть независимым в Facebook, если Facebook его оплачивает, если он выбирает соответствующих членов наблюдательного совета, то это только лишь пиар. И вы всегда будете стоять под влиянием Facebook. Мы сказали, да, это справедливая критика. И поэтому мы создали независимый опекунский такой фонд, дали этому фонду средства, и этот совет связан с наблюдательным советом, и поэтому у нас нет непосредственной связи с Фейсбуком. Многие говорили, вы не должны выбирать самых важных, так сказать, членов. Мы выбираем трех сопредседателей, затем они выбирают 20 членов, которые встречаются с нами, мы затем отступаем, так сказать, на шаг, и сам наблюдательный совет затем избирает или определяет вот эти 40 человек, которые входят туда. Это значит, мы включили сюда соответственную обратную связь. И, конечно, я могу еще ответить на все вопросы по консультациям и по работе наблюдательного совета.
Да, мне кажется, это такой мультидисциплинарный подход. Что мы часто видим, это то, что у вас процесс может быть хорошо налаженным, будь то в Facebook или в правительстве, или в правительстве, или в предпринимательстве. У вас могут участвовать различные правильные стейкхолдеры и так далее, но вызов или проблема в том, если есть с этим рекомендации, эти рекомендации не исполняются, что является последствиями такой деятельности? Что касается именно наблюдательного совета, как можно обеспечить, чтобы были последствия, если рекомендации наблюдательного совета не исполняются, если они не реализуются, если вы установите, что они исполняются иначе, чем это было рекомендовано и заполнено. Здесь надо сказать два момента. У нас 7 дней для того, чтобы реализовать содержательные решения. Это значит, мы этим занимаемся, мы это делаем. И мы работаем здесь очень прозрачно. Что касается политических рекомендаций, которые разрабатываются наблюдательным советом, то они являются чисто консультационными, имеют консультационную такую натуру. Они не являются обязательными. И люди нам говорили, ну тогда это у вас просто клуб дискуссии, дискуссионный клуб. Ну, я сказал, если гражданское общество здесь сотрудничает, тогда здесь есть и соответствующая ответственность. И если мы всегда не исполняли бы то, что нам рекомендовало, тогда у нас будет проблема. Значит, мы берем эти рекомендации, проверяем, были ли они исполняемы с технической точки зрения, были ли они возможны для исполнения, или привели бы они к каким-либо негативным последствиям. Затем у нас начинается процесс развития, так сказать, политики, который мы применяем по данным рекомендаций, и затем выступаем с общественным закрытым заявлением, как мы будем исполнять эти рекомендации. Нет, это то, что мы несем общую такую открытую ответственность. Мы говорим о 2,7 миллиардов человек, о которых вы должны думать, и транспарентно здесь, конечно, является очень хорошим путем для решения ваших вопросы. Большое спасибо за ваше выступление. Сейчас обратимся к публике. Будет сначала 3 вопроса из публики. Мы хотели бы обеспечить многообразие тех, кто задает вопросы. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, которые касаются разнообразия, дивизии и так далее? Передаем вам слово. Добрый день. Меня зовут Фернандо, я бразильский ученый, исследователь. Мой вопрос относится к следующей тематике. В последние годы беженцы, мигранты и многие меньшинства очень сильно, информировали о себе в социальных медиах, средствах массовой информации. Таким образом, у них было большое влияние на международные и национальные группы. Например, была организована политическая группа в Facebook и WhatsApp. И мой вопрос направлен в адрес госпожи Савади и Зои Дорм. Как Facebook и национальные правительства могут сотрудничать друг с другом с тем, чтобы эти политические группы, чтобы регулировать их деятельность, потому что в моем государстве есть очень острые дебаты о том, как можно в цифровом порядке организовать партию. Это является большим вызовом и для общественной среды, но также и для социальных площадок. Большое спасибо. Мы еще сейчас выслушаем 2 дополнительных вопроса. Меня зовут Сальвадор Сальве. Я представляю кризисный центр по правам человека в университете Гарвард, в Харвардском университете. У меня есть боязнь, хотя она может быть необоснована. Я думаю, что это понятие multi-stakeholder может быть используется слишком в инфляционном таком порядке. Здесь, может быть, распространяется, информация, которая, может быть, не учитывает настоящие интересы групп, о которых идет речь, и как мы должны здесь действовать. И еще 2 вопрос. Я возьму пример Фейсбука. Было сказано, что
есть отчетность, подотчетность у, или ответственность у Фейсбука, который должен обязывает Facebook к решениям наблюдательного совета. Но многие группы в Африке, у многих групп нет такой возможности, чтобы они были выслушаны. Что с ними? Что могут делать платформы именно для таких лиц? И как эти группы могут привлечь к ответственности Facebook за те или иные решения? Третий вопрос. Большое спасибо. Меня зовут Амин Абиджан. Я представляю Election Watch. У меня два вопроса. Один вопрос относится к монополизации или олигополизации политических выборов и политической рекламы в социальных платформах. В США в следующие годы примерно 50% избирательной кампании и расходов с избирательной кампании будут осуществляться в рамках этих социальных сетей. И мы себе можем представить, как будут израсходованы, на какие цели будут израсходованы эти средства. Тут сразу возникает вопрос о прозрачности, о транспарентности. Транспарентность – это хорошее дело во многих сферах. Прозрачность в ходе выборов может быть не так хороша, если мы знаем, как пользователь социальных сетей это действительно будет выбирать. Как можно определить, чтобы социальные платформы, социальные площадки, чтобы они уже не знали, скажем, результаты выборов до того, как был предоставлен официальный результат выборов. Может быть, есть еще кто-либо в онлайновом режиме, кто хотел бы задать вопрос? Да, меня зовут Мария Васкова. Я модерирую здесь вопросы, которые поступают извне. Есть вопрос от Жан-Филиппа Роба. Он хочет знать... Хочет знать, какой у вас есть взгляд по интернет-зависимости. Если вы с этой темой не знакомы, то он это синдром, который связан с перепадами настроения, с невозможностью контролировать, сколько времени человек тратит в интернете. Я думаю, мы знаем, о чем идет речь. Он хотел бы из различных точек зрения узнать, из различных перспектив узнать, как можно именно помогать этим людям, потому что речь здесь идет о, скажем, рисках для здоровья, для пользователей интернета. Можно кратко вмешаться, было бы очень нам в помощь, если бы вопросы, которые задавались и действительно были связаны с темами обсуждения нашей встречи здесь. У нас были теперь вопросы по выборам. У вас были вопросы о асимметрии сил. Был вопрос к монополиям и олигополиям. И вопрос по интернет-зависимости. Мультидисциплинарные подходы по данным вопросам. Зоя, некоторые вопросы были обращены вам. Начнем с вас, а потом для остальных по 2-3 минуты на ответ. Большое спасибо, Беатрон. Я хотела бы ответить на все те вопросы, потому что они связаны с моей работой. Я постараюсь так много, как это возможно. Что касается выборов, я хотела бы четко выяснить, что мы хотим создать прозрачную транспарентность и занимаемся, конечно, и рекламой. И это обозначает, что мы работаем над тем, чтобы создать инструменты, которые... нам предоставят возможность, чтобы само правление было проинформировано о этих действиях. Может быть, она не удастся до января 2020 года, там мы работаем над этим. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос был решен на высшем уровне. Второй момент, или второй вопрос, каким мы занимаемся с правительством из Конго. Я сотрудничала в моей предыдущей роли, и я знаю, насколько важным является то, чтобы правительство, гражданское общество и предприятия были представлены в процессах решения. И что касается вот этого наблюдательного совета, то у нас действительно нету в этом совете представителей правительства.
Мы уже слышали о том, что это важно для нашей независимости, для нашей транспарентности, с тем, чтобы мы могли действовать вне зависимости от Facebook, от каких-либо третьих сторон, которые оказывали бы нас влияние. Это может быть это то, что я хотел сказать. Что касается асимметрии в африканском континенте, значит, асимметрия сил, мы знаем, что не во всех регионах мира есть формальные механизмы, которые возможно делать возможным, скажем, обжалование тех или иных решений. В некоторых регионах это просто может человек сказать: да, я протестую, я могу кое-что сделать. А в других регионах есть такое чувство невозможности. И мы, конечно, мы знаем, что данная проблема существует, что люди боятся высказывать свою критику, и это ведет и к тому, что у людей меньше доступа к таким механизмам. Мы думаем об этом, мы думаем о том, как пользователи, которые ставят свои вопросы наблюдательному совету, это могут делать не только лишь в письменном виде, может быть, они смогут обратиться и в устном виде, или путем, скажем, звукового файла, аудиофайла. Может быть, нам не удастся это сделать до 2020 года, но мы работаем над этим. Но там были еще другие тематики о транспарентности, использование инструментов для создания транспарентности. Это поможет помочь именно устранить вот эти дисбалансы, которые там существуют. Большое спасибо. Лиза, я также хотела бы заняться вопросом неравновесия сил или дисбалансированности сил. И показать, что такие группы мультистейкхолдеров могут здесь внести большой прогресс. Процесс, который мы здесь осуществляем, является уже прогрессом. Мы работаем с партнерами, которые являются экспертами при использовании, интернетом. Они не являются экспертами искусственного интеллекта, но они работают в сферах, которые связаны с будущим этих технологий. И я эти дискуссии уже слышал и видел, и что иллюзия, которая связана с дипломатией и консультациями, это, а в основном это были встречи с людьми, которые даже и не хотели что-либо изменить из-за каких-либо консультаций, в которых не участвовали. Мы работаем с сотрудниками и из профсоюзных организаций, в Европейском Союзе это, может быть, звучит иначе. В США эти структуры не имеют такую мощность. Мы работаем также и с людьми из пенитенциарных учреждений, с людьми, у которых нету, скажем, водительских прав, или людей, которые обычно не находятся в силиконовой долине или не работают в этой высокотехнологизированном обществе. И мы знаем, что многие из промышленных организаций, с которыми мы имеем дело, имеют очень большую силу и власть. И мы не сосредотачиваемся на тех людях, которые располагают этой властью. Мы в рамках своей работы сосредотачиваемся на то, чтобы эти шефы, начальники, которые занимаются исследованием искусственного интеллекта, чтобы они принимали решения таким образом, чтобы технологии были развиты таким образом, разработаны таким образом и использованы таким образом, чтобы действительно это служило бы людям, которые находятся в других частях общества и других частях мира, с тем, чтобы эти решения, которые они принимают, учитывали именно эти факторы. Да, это, кажется, прекрасная инициатива. Дисбаланс сил всегда был всегда у кого-то больше денег, у кого-то больше работы, у кого-то больше информации и так далее. Если взять такой мультидисциплинарный процесс, тогда он должен быть прозрачным и должно быть предельно ясно, какую власть вы располагаете и какие цели вы преследуете. В отношении к этому мультидисциплинарному подходу важно. И тематика интернет-зависимости является также важной
важным вопросом, потому что я там вообще не разбираюсь и не буду отвечать на этот вопрос. Но вы в ходе своего вступительного заявления сказали, что люди, которые не знают что-либо о частотах, чтобы они не принимали участие в дискуссии о частотах. Но в другой сфере интернет-сообщества у нас есть такие сетевые структуры. И, скажем, доступ к частотам является очень важным вопросом. Это именно касается именно доступа людей к соответствующей среде. И мы должны всегда обеспечивать, чтобы дискуссия велась на том уровне, где она и действительно должна быть осуществлена. Конечно, мы ставим себе вопрос роли специалиста. Конечно, эксперты осуществляют работу, основную работу по вопросу частот. Но вопрос, на каком уровне принимается это решение и кто должен принимать участие в решении, это здесь имеют все право участия, чтобы обеспечить, чтобы вся информация была предоставлена из всех заинтересованных кругов, но уже с определенной целенаправленностью. Спасибо. Я уже привел пример частот. Я думаю об этом следующее. В процессе мультистейкхолдеров очень важно иметь представителей из каждой группы таких стейкхолдеров, заинтересованных, сторон, которые действительно располагают соответственными знаниями. Каждая группа самостоятельно отвечает за то, чтобы назначить именно людей со знаниями. Опыт, который у нас с этим есть, он следующий. Если мы начинаем такой процесс с мультистейкхолдерами, тогда мы следим за тем, чтобы у них были и соответствующие знания. Мы не только лишь звоним им и говорим, приходите к нам, Это значит, мы должны следить за тем, чтобы у них эти знания были. Если затем состав группы обеспечен соответственным путем, тогда и соотношение сил будет равновешенным, сбалансированным. Может, будет у вас министр, который будет председателем этого процесса, а сопредседателем может быть представитель гражданского общества. Это я уже видел, и это сфункционировало. Таким образом, у министра не вся власть сосредоточена в руках. Это значит, что если здесь обеспечить баланс сил, сбалансирование сил в каждом отдельном шаге данного процесса, тогда это и будет функционировать. Я думаю, это хорошая сбалансированность, мне так кажется. Сафари, вам слово. Здесь говорилось также, и говорили также и о Республике Конго. У меня уже было много возможностей беседовать по данной тематике, например, по вопросу свободы в интернете. Но что я вижу? Я вижу следующее. Если взять политическую и социальную ситуацию в некоторых государствах, у нас или в других странах, то мы устанавливаем, что очень трудно нам сказать, что интернет может быть нам полностью, скажем, отключен. Мы знаем, что интернет является усилителем хорошего и плохого. Если увеличивается плохое, то это, конечно, это влияет на миллионы человек. Мы уже говорили о Фейсбуке, об искусственном интеллекте, и о том, каким образом можно справиться с языком ненависти или с высказыванием, ненавистными высказываниями, и это может вести, например, к тому, что им отключается соответствующий интернет. В нашей стране у нас нет возможности регулировать кое-что. В нашей стране мы только лишь можем отключить интернет. У нас возможности модератора нету. Если бы у нас были возможности и способности справляться вот с этими делами, тогда бы к таким крайним мерам нам бы не надо было бы прибегать. Потому что наши действия могут, конечно, влиять на права других. У нас в стране проводятся выборы, и я могу вам сказать, что если был бы выключен интернет,
то выборы выглядели бы иначе, чем сейчас. И, может быть, у нас опять возникла бы гражданская война, потому что в ходе выборов у нас генерируется столько напряжений, столько вражды, столько злобы и ненависти, что здесь может произойти очень много отрицательного. Мы не находимся в такой демократии западного понимания. В нашей стране очень распространено мышление, которое связано с принадлежностью к тому или иному клану. Но следующий вопрос меня заботит. Мы говорим о мультистейкхолдерах, и мы говорим об отключении интернета. Один из этих участников этого процесса, у него была жалоба на основании, связанная с тем, что интернет был отключен. Это было лицо, которое потеряло денежные средства, потому что в это время ему не оплачивали какие-то сборы, но потеряли из-за этого люди с ограниченными возможностями. У них не было вдруг возможности коммуникации, обмена с другими, у них не было интернета, и таким образом не было, скажем, возможности нормальной жизни. Мы здесь должны четко определить приоритеты. Если мы говорим об интернете, об интернет-политике и о других вопросах, то и это всегда следует соблюдать, потому что интернет касается каждого, даже тех лиц, о которых вы даже сейчас не думаете, потому что, может быть, они теряют не только лишь интернет, но теряют многие функции, которые им помогают в их жизни, такие функции, которые мы себе даже не можем представить. Это связано с необходимостью понимать содержание или контент. Нету аналогового и цифрового мира в отдельности, это единый мир. Потому что в цифровом мире можно посмотреть, когда в аналоговом мире, скажем, приезжает автобус и далее. Пожалуйста. У нас очень мало времени осталось, и мы хотели также еще выслушать комментарии и вопросы из публики. Мы уже говорили так много о вызовах и проблемах, и многие сказали, что это уже жизневажные продукты, будь то интернет, КИ, искусственный интеллект или манипуляции в выборах. Я думаю, мультидисциплинарный подход будет решающим при решении данных тем. Он является важным. Есть примеры. Мы в этих примерах мы уже слышали. Мы понимаем, что мы должны действовать инклюзивно, и когда мы говорим о мультистейкхолдерском процессе, то всегда возникает забота, что этот подход используется для прикрытия, с тем, чтобы прикрыть настоящие цели. И многие общественные группы здесь очень осторожно ведут себя, и развить доверие в таком процессе очень трудно. Мы слышали несколько положительных примеров, где речь шла о договорах, которые касались соучастия, или, например, это было показано, например, Фейсбука с наблюдательным советом. И также мы слушали о некоторых обязательствах, именно обязательствах, например, выслушивания всех сторон. Не знаю, будет ли время еще для короткого заключительного слова. Если да, тогда я хотел бы сказать, что я считаю, что эти решения не могут быть чисто техническими. И если будут приниматься технические решения, тогда они должны быть результатом таких дискуссий, которые мы ведем сейчас. Интернет завтрашнего дня зависит от нас, мы за него ответственны, и мы должны учиться именно на основании тех мультистейкхолдерских процессов, которые осуществляются. Он не является идеальным, но там есть некоторые принципы, которыми мы должны руководствоваться, и мы должны учиться в будущем в ходе реализации наших проблем и решений. IGF для многих лиц является очень решающим таким форумом. Софи, почему Международная торговая палата принимает в этом участие? Потому что это целесообразно, является хорошей инвестицией.
Хотелось бы обратиться кротко к теме Лизы. Я полностью согласна с вами. Я тоже не думаю, что это стоит слишком много времени. Я не думаю, что здесь нет противоположности между этим длительным процессом. Но я считаю, это хорошая инвестиция, которая стоит дела и стоит нашего участия. Что сказал Кеннет? Да, речь идет о создании мощности, о создании компетенции. Но это касается всех стейкхолдеров и не только отдельных групп, которым говорят, ну, у вас вы ничего не знаете. Я думаю, мы должны вовлекать именно таких лиц, которые затем осознают, сколько знаний нужно для участия в таком процессе. Также в ходе процесса мы многому учимся. Это касается всей. Есть ли дисбаланс сил? Да, он существует, но здесь и возможно различные развития в рамках какого-либо процесса. И, может, вы устанавливаете, что в рамках процесса вы устанавливаете, что, скажем, какой-либо эксперт не является той ключевой фигурой, как вы до этого думали. Хотела бы также подтвердить, что мы сотрудничаем с правительствами, с гражданским обществом и со всеми. И это, для меня это первое заседание форума. Я уже многому научилась в течение этой недели. Я очень удивлена тому, сколько долгосрочного участия здесь у нас уже есть, насколько различными здесь являются лица, принимающие в этом участие. И действительно целесообразно приходить сюда и заниматься, и обсуждать различные вопросы, которые находятся в стадии развития. Несколько лет тому назад интернет вещей был самым важным вопросом, а сейчас этим важнейшим вопросом является искусственный интеллект. Это, что-то сказать, лаборатория, в рамках которой мы учимся и ведем дискуссии. Большое спасибо, Софи. Вы говорили также и о страсти, и о самообязательствах. И так, что многие так интенсивно принимали в этом процессе участие. Кто из вас уже принимал участие в переговорах в Брюсселе? Больше 12 человек в Брюсселе. Несколько слов о дисбалансе сил. Мы слышали, что иногда решения принимают 2-3 человека за закрытыми дверями. Но если у вас есть 20-30 комитетов с различными представителями, которые представляют свою собственную перспективу, то это тоже составляет сложность. Это и с финансовой точки зрения и невозможно для гражданских организаций. Это тоже очень сложно, потому что мы должны платить за суточные и так далее. И для нас это тоже вопрос денег. Что касается интернет-зависимости, мы изучаем вопросы последствия использования интернета. Сюда входят также вопросы мобинга в онлайновом режиме. И есть, конечно, и положительные эффекты интернета. В особенности это касается медицинских преимуществ в отдаленных регионах. Это значит, лица могут обратиться за медицинским советом, чем они не могли до этого пользоваться, а о чем я еще не слышала, это последствия интернета для нашего общего благосостояния. Потому что этим стоит заниматься. У нас есть и есть шансы, есть положительные и отрицательные явления. И мы должны это сбалансировать. Мы постарались это измерить или как-то определить. И у нас есть именно разделение по отрицательным и положительным признакам. И мы должны стремиться к тому, чтобы создать такой комплексный баланс. Большое спасибо. Большое спасибо, Колин. Мне нравится концепция баланса, балансирования. В нашем распоряжении еще одна минута. Хотел бы поблагодарить вас за ваше прекрасное выступление. Так, определение политики. Во-первых, определение политики. Мы должны работать инклюзивно, а не эксклюзивно. Если у нас будет, например, сопредседатели, как сказал Кеннет, если у нас будет транспарентность, прозрачность, об этом мы слышали. Затем идея, что мы использовали новые инструменты 21 столетия для повышения прозрачности, и это улучшит наш процесс и усилит доверие. Процессы, которые являются инклюзивными и в котором принимают участие все стейкхолдеры, новые инструменты. Это значит, как вы сказали,
взвешенное, хорошее, проинформированное решение. Мы многому научились в рамках нашей сессии. Большое спасибо за то, что вы принимали здесь участие. И большое спасибо всем участникам нашего подиума. Большое спасибо.